Павел Мамаев добился уменьшения алиментов на содержание дочери. Футболист прожил в браке с Аланой Мамаевой 8 лет. Вместе супруги воспитывали двоих детей. Общую дочь Алису и сына модели от прошлых отношений Алекса. После громкого развода Мамаевы начали решать финансовые вопросы. Футболист хочет отсудить у бывшей квартиру и машины, а Алана требует от него алименты на содержание Алисы. Недавно суд встал на сторону матери, обязав Павла платить треть доходов. Размер выплат привел Мамаева и его супругу Надежду Санько в ярость. Избранница спортсмена заявила, что Алане ждать денег не стоит. Пара решила добиться своего с помощью юристов. По судебному решению сумма алиментов снижена до 1/6. Так как Мамаев выплачивает алименты матери, которая, к слову, имеет ИП и несколько объектов недвижимости, Алана Мамаева собирается обжаловать такое решение.